Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы поговорим о формах познания. Дело в том, что познание, как мы уже выяснили, да, это вид деятельности, форма активности субъекта, направленная, да, вовне, на внешний мир. Форма или активности, или вид деятельности исторически, культурно, так или иначе обусловленный, да, зависящий от какого-то времени, эпохи, в которой она происходит. То есть это вид деятельности, который может быть соотнесен с этой условной субъектно-объектной схеме очень приближенно. Да? Субъект-объект и стрелка между ними – это хорошо для того, чтобы запомнить, но эта схема не показывает всего многообразия. Однако, да, уж если продолжать какую-то такую вот эту тему с каким-то выяснением основных моментов, да, то мы должны сказать следующее. Независимо ведь от эпохи, да, в которую мы существуем, независимо от времени, начиная с самого зарождения философии, фактически самого зарождения, мы можем наблюдать определенную историко-философскую коллизию. Да? Мы можем видеть, ну, где-то конфликт, где-то дискуссию, где-то попытки синтеза двух подходов к вопросу о природе познания. Да? Я имею в виду вопрос об источнике познания. Ну, да? Откуда мы берем знание? Да? Откуда оно берется? И тут, собственно говоря, было два момента. Это два возможных пути. Это чувственное, с одной стороны, и рациональное. Да? Насколько я помню, уже вот это противопоставление мы можем обнаружить в античности. Да, мы можем это обнаружить еще в античности. И здесь яркими примерами являются, конечно, Платон и Аристотель. Аристотель говорит, что истинное познание, оно лежит только в мире идей. То есть мы можем истинное знание о мире получить только исходя из умозрительного познания. То есть для этого нам чувственный мир по большому счету не нужен, мы как бы можем приобщиться вот к этому миру идей и из него напрямую черпать вот это знание. Это Платон? Да. Платон. Настоящее истинное знание. Вот другой вид, это вот Аристотель, о котором он говорит, который говорит о том, что истинное познание на самом деле мы можем получить только из самого мира, только на основе самих вещей, которые существуют, да, в мире. Притом, вот это вот этот же сюжет, да, вот эта вот история, она отыгрывалась в истории философии многократно. Итак, у нас есть две формы, два способа познания. И есть дискуссия по поводу того, какая из этих форм познания доминирует и как они соотносятся. Но прежде чем вообще этот вопрос решать, необходимо, ну, было бы неплохо, собственно говоря, раскрыть, а что это за форма познания. Итак, мы говорим о чувственном и рациональном познании. Да, чувственное, рациональное познание, да. Ну, начнем с чувственного познания. Чувственное познание считается... Чувственное познание – это то познание, которое, ну, условно говоря, мы связываем с органами чувств. Да, здесь слово «чувство» используется в очень разных смыслах. Да? Здесь нет никаких нежных чувств, здесь нет никаких девичьих чувств. Да? Чувственное познание – это то познание, которое мы получаем, те знания, которые мы получаем извне, да? Когда мир воздействует на наши органы чувств. Это ощущение, обоняние, осязание, да? Зрение. И мы получаем информацию о внешнем мире, да, таким вот образом. Да, и мы считаем вот эти данные наших органов чувств абсолютно достоверными, на 100%, мы в них нисколько не сомневаемся, и мы вот эту информацию, которую, грубо говоря, современным языком считывают наши органы чувств, мы напрямую, грубо говоря, наш мозг, он перевращает ее в информацию, и мы принимаем ее, вот дальше уже оперируем с этой информацией. Вот тут, правда, возникает вопрос, опять же, да, насколько наша эта повседневная уверенность в том, что эта информация достоверна, насколько она обоснована. Да? И вопрос, который задались еще античные философы, не могут ли нам органы чувств врать? Да? Вот, пожалуйста, есть пример того, да, как органы чувств нам врут. На первый взгляд, да, кажется, что клетки шахматного поля разного цвета. Но если присмотреться повнимательнее, то выясняется, что они одного и того же цвета. А вот это ощущение, что
цвета разные, да, создается нашим мозгом, который своеобразным образом упорядочивает мир вокруг себя. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, современная наука считает, что никаких цветов самих по себе не бывает. Это просто наш мозг, он как бы вот восприятие. Да. Это просто восприятие. И можно, опять же, обратить внимание на разные виды живых существ, и у всех у них окажется совершенно разное зрение в зависимости от потребности этого существа. То есть это говорит опять о чем? О том, что наши органы чувств представляют нам ту картинку, которая может отличаться от той картинки, например, которая существует, скажем, у стрекозы или, не знаю, у кого угодно, у собаки. И вот тут, кстати, возникает весьма любопытный вопрос. Допустим, мы берем какое-то существо, которое видит мир не так, как мы. Да? Это зависит действительно от его каких-то там эволюционных особенностей и так далее. Допустим, оно не различает какого-либо цвета, оно не видит эти цвета. Да? Мы видим. Возникает вопрос, да? Кто из нас видит мир правильно? И можно ли поставить вопрос таким образом? Чье познание более достоверно? Ну, я думаю, что вопрос так, что значит правильно. Вопрос так поставить, мне кажется, все-таки нельзя, потому что и то, и другое существо видит просто одну из перспектив этого мира, потому что сам по себе мир может предстать совершенно в абсолютно разных перспективах. Да? А почему? Потому что, собственно говоря, что такое наш глаз, в конце концов, да? Это трансформатор, который, да, световые волны трансформирует в определенные образы, ну, при помощи мозга. Ну, опять же, наш глаз, да. И сказать, какая из трансформаций является верной, да, волны, световой волны определенной длины, является верной, ну, невозможно. Поэтому вопрос о достоверности, вот прямо абсолютной достоверности чувственных ощущений, он, в общем-то, о некой их такой особого отношения к реальности, он уже, в общем, принадлежит в большей степени истории и философии. На сегодняшний день вот так вот реальности, вот так чувственной реальности никто так уж однозначно и сильно не доверяет, потому что нам стало понятно, да, что, несмотря на то, что чувственное и рациональное познание отличаются друг от друга, да, но даже в процессе элементарного чувственного восприятия наш мозг работает ничуть не меньше, чем задействован ничуть не меньше, чем в процессе рационального мышления. Да? Вот этот важный момент, может быть, немножко и в стороне, но все-таки я считаю достаточно важный, о котором мы должны были сказать. И теперь мы перейдем, собственно, к тому, как это чувственное познание, да, как оно устроено, как оно структурировано. Выделяется три ступени, ну, тоже весьма условно, три ступени чувственного познания. Да? Это ощущение, восприятие, представление. Да? Что здесь можно и нужно сказать? Да? Можно представлять это в виде ступеней, хотя вообще, когда мы говорим о человеке, мне кажется, вот одна из самых таких важных вещей вообще любой типологизации и любой систематизации заключается, один из самых важных моментов в интерпретации любой систематизации, любой концептуализации заключается в том, что мы должны четко понимать, что схема, да, создается нами для упорядочивания материи. Ну, опять же, может быть, для более четкого понимания, да, происходящего, потому что, естественно, процесс познания, он происходит одновременно, то есть мы одновременно ощущаем, одновременно у нас и картинка выстраивается в голове, и мы одновременно воспринимаем, то есть все это происходит одновременно. Да, чувственно и рационально, они не противостоят друг другу, но для удобства мы вот проводим такое деление на ступени, которое позволяет материал просто лучше организовать. Итак, начнем с самого начала. Да? Итак, ощущение. Ощущение, ну как оно определяется? Это отражение в сознании человека отдельных сторон предмета. Да? Здесь я буду идти по возможности ближе к каким-то таким формальным, да, определением. А отражение в сознании человека отдельных сторон, свойств, предметов. Да? Эти отражения не создают целостной картины. Да? Эти отражения являются фрагментарными и атомарными. Это какие-то... Они подобны кирпичикам, да? Из которых еще ничего не построено. Да? Ну, представь себе простую историю, да? Когда не знаю, кто-то случайно касается, допустим, горячего утюга, да?
и отдергивает руку. Вот в тот момент, да, когда ты не видишь этого утюга, случайно его задел, да, и отдернул руку, ты чувствуешь жжение, ты чувствуешь то, что тебе жарко, да, но больше ты ничего не чувствуешь. Но дело в том, что объекты воздействуют, тот же самый утюг воздействует не только на, значит, ну, не только через один канал. Да, да, естественно, утюг можно воспринять и при помощи других каналов. То есть... Давай так, от утюга... мрачновато вообще, да? Давай книга, да? То есть вот дальше с книгой. Да? У нас вот есть, допустим, книжка. Да? И вот когда мы ее берем, да, держим в руках, то мы, собственно говоря... Что происходит? Мы о ней можем сказать много, помимо, да, даже если мы не умеем читать, мы можем сказать о том, какой она формы, какого она цвета, какого она размера, какого она веса и так далее. Да. Я чувствую, даже допустим, не умея читать, да, мы о ней скажем довольно много. Я чувствую, что она прохладная, да, гладкая поверхность. То есть температуру можно сказать, о ее температуре что-то, о ее плотности, твердости, да, и так далее. Весе и так далее. Вот, и все, цвете и тому подобных вещах, да? Ну, даже запахи, да. Пахнет книгой. И вот что происходит дальше? Дело в том, что вот по существу каждая из этих характеристик, о которой мы сейчас говорили, да, она представляет собой, да, всего лишь один из потоков. Да, один из информационных потоков. Да, который в котором в нашем сознании объединяется в единое целое. Да, в единый некий образ, да? Единый образ. И вот этот образ называется восприятием. Целостный образ предмета, да, непосредственно воздействующий на наши органы чувств. Да? Притом особенностью восприятия является то, что оно существует, пока есть нечто, да? Да. На него воздействующее. Грубо говоря, вот смотрите, да? Вот, вы воспринимаете эту книжку, вы ее не воспринимаете. Воспринимаете, не воспринимаете. Продолжать можно бесконечно долго, да? Но идея очень проста. Восприятие, собственно говоря, существует лишь тогда, когда объект, который воспринимается, находится в пределе вашего, да, ну, в зоне видимости. Притом видимость здесь мы понимаем очень условно. А как же это вот суслик? Вы его видите? Да? Нет, он есть. Да? А он есть. А вот вопрос, как решается вопрос с невидимыми сусликами? Дело в том, что есть еще такая вещь, да, как представление. Почему нас эта книга, исчезнувшая и возникшая из ниоткуда, собственно говоря, как-то не удивила? Дело в том, что у нас есть способность представления. Да? Представление — это способность создавать, сохранять чувственный образ, облик, слепок, если угодно, да, возьмем простое слово, не философское, предмета, да? Сохранять его в своей памяти и оперировать с ним. И в этом смысле, даже когда объект исчезает из зоны нашей видимости, да, мы в состоянии сохранить его. Итак, таким образом, да, подводя некоторый итог, можем сказать, что в чувственном познании, да, мы выделили три, условно говоря, три ступени, да, по мере усложнения. Да, каждая из них является своего рода шагом вперед по сравнению с предыдущей. Это ощущение, да, это элементарные отдельные потоки. Это восприятие, это когда эти потоки соединяются в единое целое. И это представление, когда, собственно, образ предмета, да, может сохраняться даже тогда, когда сам предмет уже не воздействует на органы чувств. Вот это три очень важных аспекта чувственного познания. И этим, собственно говоря, чувственное познание и исчерпывается.